Красов, нифига, привет. Это мы с ним в одной школе учились. Вика, с мужем помирились. Ребят, ну, по поводу семейных каких-то драм и мелодрам я пока не рассказываю. Думаю, что попозже я все-таки это расскажу. Там жесть на острове, говорят, до февраля они там. Ребята, которые новенькие приехали, они как бы планируют остаться там до февраля. Но это еще не точно. Мне кажется, что старых участников, которые старые участники были на острове, их все-таки привезут в Москву, и они будут на поляне. Ко мне собирается. Да, я собираюсь в Москву к Тане на проект «Вернись». Блин, ребята, по поводу проекта, ну, это вряд ли. Пока я точно не хочу. Мне на свободе, как говорится, намного лучше. И пока мне здесь вообще уютно, комфортно, я себя чувствую очень хорошо. Но сейчас говорила с Новосибирской куда-то. Да, я сначала в Новосибирск, потому что нет пока такой возможности полететь уже в Москву. Вот, а так на проект тебя не з... А так, да, на проект тебя не... Чё, хватает? Не хват... А, не хватает. Блин, ребят, ну на проект я не особо сейчас горю желанием. И сегодня Дима тоже Чуйков писал. А, он ответил на историю, типа, о, какие яблоки красивые у вас в этом... Ничего не сбавь, на даче. И... Он говорит, мне пока здесь тоже хорошо, на проект тоже не хочется. Ты так долго была на... Ты как долго была на проекте? На проекте была полгода. Вот. Ладно, ребят, заканчиваю прямой эфир. Тут начались семейные драмы. Посижу. У нас тут свой дом 2. Вот, в общем... О, Ромка, привет! Слушай, что ты хочешь, прямой эфир со мной выйти? Ты же на русском не разговариваешь. Ром, давай я лучше тебе так по видео Я позвоню и это... все. Они, Дима с Ирой, помирились, сейчас счастливо. Дима с Ирой, ну, вроде бы они хорошо общаются, как я думаю. Вообще надеюсь на это, то, что они помирятся, у них все будет хорошо. Честно, переживаю за